друзья, сегодня у нас новый выпуск по нашим универсальным ключам для домофонов. Значит, сегодня у нас небольшая новость для вас, то что на всех наших ключах сейчас есть наклейки с нашим логотипом, с нашим сайтом, поэтому остерегайтесь подделок. В общем, сейчас я нахожусь в новом районе и хотел показать работоспособность ключей и рассказать небольшую полезную информацию для вас, друзья. Смотрите, значит, вот у нас есть ключ Metacom, да, обычно вот этот ключ открывает большинство домофонов Metacom. Но вот бывает такое, то что, допустим, вы пришли в домофон Metacom, да, но он его не откроет. Он его не откроет, но его может открыть другой ключ. Например, который предназначен для визита, он его открывает, да, то есть вот раз открыл дверь. Либо же может открыть визитовский ключ. Но это разные ключи, друзья. Значит, допустим, этот открывает и... Так, попробуем вот зелененьким. Зелененький откроет? Нет, по-моему. Нет, зеленый тоже не открывает. Открывает только вот этот и желтый. Да, о чем это говорит? Вообще, изначально, как бы название само, я считаю, неправильное. То есть универсальный ключ, ну как бы это неправильно, потому что не бывает одного ключа, который бы открывал все домофоны. Нужно говорить, я думаю, универсальный комплект ключей для домофонов, который, да, то есть позволяет вам открыть. Пойдем к другому подъезду проверять. Значит, у нас, смотрите, также что я хочу сказать, вообще желательно иметь весь комплект, потому что один ключ не откроет, а другой возможно откроет, поэтому, а возможно вообще ни один, то есть не сработает. Вот этот же дом, да, то есть относительно новый дом. Вот, пробуем. Не открыл. Пробуем вот Цапраловский, например, ключ, да? Тоже не открыл, видите, какая фигня получается. Вот, этот открыл. Так, пойдем дальше. Пойдем, друзья, дальше. Так. Пойдем мы дальше. Вот Метакомовский, да, тоже не открыл, а вот визитовский открывает, видите. Так, пойдем, наверное, дальше. Идем дальше, дальше, дальше. Значит, друзья, поэтому я вам советую покупать полный комплект, потому что он будет более универсальным для вас. Вот. Также, друзья, что я хотел сказать, перед тем как вы будете вставлять ключ, желательно нажимать на отмену. Это либо звездочка, либо буква S сбросить. Да, то есть тем самым вы обновляете, получается, вот видите, опять не открыл. Сейчас тут просто выходили, сейчас мы дверь закроем. Открываем дверь. Значит, видимо, одна управляющая компания у этих домов, да, и, соответственно, один установщик этих домофонов. Поэтому здесь все будет срабатывать, скорее всего. Да, еще раз. Раз. Вот Цифраловский открыл, там Цифраловский не работал в предыдущем домофоне. А тут раз, все. И визитовский, Цифраловский срабатывает, но это домофон Metacom, это не визит. О чем говорит? Еще раз, друзья, скажу, то, что бывает такое, что ключ, который предназначен для Metacom, он Metacom не откроет. Но вообще он открывает Metacom, очень многие, да? В данном случае он его не открывает. Такое тоже бывает, поэтому не удивляйтесь. Ну, в общем, меня поняли. Так, идем дальше. Какой-то старенький дом, попробуем, не знаю, какие-то... А, также бывает такое, что один дом, а у каждого подъезда различные домофоны. Это, например, может быть домофон какой-нибудь,
визит, там Метаком, Цифрал и прочее. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас здесь, что за дом и какие домофоны установлены. Так что, друзья, смело заказывайте, отправляем по всей России, отправляем в СНГ. Вот. По предоплате наложенный платеж, очень в редких случаях, в исключительном порядке, можем отправить вам наложенным платежом ключи. Так. Так. Здесь у нас, видите, здесь у нас факториал старый. О них уже мы вам говорили. Для них универсальных ключей не бывает, там просто шоколадка вставляется. Идем дальше. Идем дальше. Сейчас попробуем домофон Цифрал проверить. Так. Так. Домофон Цифрал. О, Цифрал открывает, видите, да? Цифрал либо Метакомовский может открыть. И второй открывает. Вот. Друзья. Многие, кстати, спрашивали о Цифралах. Цифралы бесконтактные открываются, да. Все, открыли, проходим. Идем дальше проверять наши ключи. Видео получится, как всегда, длинное. Видео, как всегда, у нас получится длинное. Ладно, в этом месте мы, наверное, обрежем, чтобы не занимать время ваше и наше. Идем к другим домам. Ключ обычно открывает Метаком, здесь он его открыл. Вот, попробуем желтым. Желтый и синий уже, скорее всего, работать здесь не будут. Так. Да. Идем дальше. Так, вот Метаком, как я уже сказал, синий. Желтый не срабатывает, но обычно всегда открывает ключ для Метакома. Пожалуйста, и вы проходите. Так. Да, друзья, многие спрашивают, на самом деле домофон Метаком очень распространен в России, поэтому вот. Идем дальше. Так. Тут еще какой-то белый дом, сейчас туда пойдем.
задняя часть дома, по-моему. Да, это задняя часть дома. Сейчас пройдем спереди. Блин, лужи капец. Опять по лесенке надо было идти. А вы с какой? Мне тут 118. А я со 119. Я со 119. Также, друзья, хочу обратить ваше внимание, то, что когда у вас спрашивают жильцы подъезда, то есть вы с какой квартиры, вы либо врите в наглую, либо говорите, что вы не хотите отвечать, потому что вы имеете право не говорить о том, где вы живете, как вы живете, это ваше право. Вот. Никто не имеет права требовать от вас такую информацию, которая тем более является конфиденциальной. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 1 мая 2017 год, Новосибирск, а у нас идет снег. Да, друзья, это Сибирь. У нас действительно 1 мая идет снег. Так, хорошо. Я, видите, одет по-спортивному, легко одет. Сейчас я вам показываю то, что у нас есть наш комплект, и будем проверять наш домофон, метаком. Смотрим на наклейку, ищем метаком, вставляем, дверь открывается, проходим, все счастливы. Идем дальше. Так, у нас вон, хочу пройтись по всем этим домам. Снег идет, друзья, снег. 1 мая, Сибирь. Город Новосибирск. Центр Сибири. Так. Шесть часов утра. Я иду сейчас по своим делам. И решил заодно снять небольшой тест-драйв наших ключей. Универсальных для домофонов. Вернее, нашего комплекта универсальных ключей для домофонов. Очень тихо на улице, очень красиво, на самом деле очень круто. Так, идем дальше. Так, метаком, да, давайте проходите.
другой домофон Metacom. Пробуем. Все то же самое. И это Metacom. Metacom'ы — это самые распространенные домофоны по всей России и странах СНГ. Поэтому грех не иметь такой ключ. Именно от Metacom'а, например. Вот. Так, закрыто. О, видите, уже звук другой. Открывание другое, не открывает. Так. О, открыли. Открыли. Это был знак. Я сказал, грех не иметь такой ключ. И этот ключ не открыл. А открыл другой ключ из нашего комплекта. Поэтому перефразирую. Грех не иметь такой комплект. Так, смотрим. Опа. Да, а стандартный ключ от Metacom'а. Так. Он даже не реагирует. А вот желтенький уже теперь. Раз, открывает. Идем дальше, дальше, дальше. Так. Дом очень длинный. Так, фокусировка. Так, зафокусировали. Значит, опа, друзья, тоже не открыл. Попробуем вот этим ключом. Не открыл, представляете? Опа, вот этот открыл. Этот открыл, что очень странно. На то он и универсальный комплект, друзья. Можно даже пройтись по тем домам, но видео получится очень длинным. Снег идет, снег, представляете? Снег, 1 мая. Нет, золото уже не открывает. Видите, у того домофона красные кнопки были, а здесь у нас черные. То, скорее всего... Здесь нужен нам красный ключ. Все. Так. Ну, это уже пройденный этап. Так, походим, наверное, еще по красным домам. Я думаю, пройдемся. Че бы нет. Че бы не пройтись. Так. Попробуем красную. Не реагирует желтым. Все. Пожалуйста. Ну, все, ладно, друзья, на этом я завершу данный видеоролик. Мне нужно идти на остановку. Вон маршрутка ждет. 6 часов утра. В общем, заходите на наш сайт. Заказывайте, отправим на следующий день после оплаты, либо же наложенным платежом. Наложенным платежом отправляем в исключительных случаях после общения с покупателем. Всего доброго, заходите, регистрируйтесь. Успехов вам, успешной работы и всего самого хорошего. До свидания.